Щелковский районный культурный комплекс приехали гости из Словакии. Ансамбль «Мощное удержание», что в переводе значит «решительный удар». Так они себя назвали в шутку, хотя атмосфера, мощь звука и фолк-исполнение нешуточная. Это такое типное поименование группы «Сильного удара». Это шутливое название, потому что группа сама происходит из района, с пограничной области между Чехией, Польшей и Словакией, и поэтому это название происходит из местного диалекта гарельского языка, и оно просто шутливо называется вот «Сильный удар», группа «Сильного удара». Приезжают к нам с культурным обменом гости из Словакии не впервые. 2 года назад в художественной галерее проходила выставка, посвященная этой замечательной стране. И, как оказалось, связывает нас многое, в том числе с культурной точки зрения. Мы уже 25 лет ездим в Словацкую республику. Это такие культурные связи художников. Ну, я надеюсь, будут и потом и музыканты наши в Словакии. Очень красивая страна и очень хорошо нас принимают всегда. Страна красивая, европейская, там у них и Татры, там у них и Карпаты. И мы открыли уже 3 музея на территории Словацкой республики. Это музей, 2 музея русского искусства и музей Кутузова. В рамках дружественных отношений я очень рад, что мы сможем продолжать эти дружественные отношения, которые как раз мы 2 года тому назад начали развивать, когда мы открывали здесь выставку. Ну а сегодня, как вы уже сказали, может быть, что-то необычное, как раз выступление нашего музыкального ансамбла, фольклорного ансамбла под названием «Группа мощного удержания». То значит, звучит так интересно. Я надеюсь, что и за зрителя это будет очень интересно. На этот раз объединила нас музыка. Пока еще не связала, ведь побратимские отношения с этой страной пока не заключены. Однако все шансы и возможности есть. У нас есть уже предложение по ряду городов в Словакии, которые могли бы быть побратимами Щелковского муниципального района. Мы, безусловно, этот вопрос рассматриваем. Он очень непростой на самом деле. Нужно ответственно подойти к этому вопросу. В Словакии есть очень много городов, которые и по своей красоте, и по народу, который их населяет, и наш город Щелково, Щелковский район, будут достойны друг друга. Оригинальная словацкая музыка – выражение культуры этой страны. В мотивах узнается колорит славянских напевов, звучание инструментов, многие из которых имеют исконное словацкое происхождение. Хочется отметить наши инструменты. Это такие уникальные инструменты, как гайда, тромбита, также свирели. Все инструменты, на которых мы играем, мы производим самостоятельно. И также хочется отдельно сказать, наши мы используем гармошки, озембух, уникальный словацкий инструмент. Выступление группы «Решительный удар» будто перенесло зрителей в Словакию. В народных мелодиях и песнях заложен дух этой страны, вся красота и мощь ее. Сами же музыканты в Россию, по собственному признанию, приезжают не впервые, а вот Щелково посетили первый раз. Мы приезжаем в Россию выступать. До этого мы были в Туле, в Астрахани, в Нижнем Новгороде, в Москве, само собой, в Щелково в первый раз, но здесь нам очень нравится. Как говорится по-словацки, витайте или добро пожаловать. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».